Мы приехали в Ньюланд Корнер. Это место, где горожане любят просто погулять, отдохнуть, потому что это находится на вершине холма, и виды здесь потрясающие. И вот то, что творится здесь в четверг, то есть мы опять еле запарковали машину. Посмотрите, какая красота. И погода сегодня изумительная. Люди просто сидят на скамеечках и любуются видами. Прогуливают своих питомцев. Многие с собой берут бутерброды и устраивают пикник. Как говорила, англичане очень трепетно относятся к своим питомцам. Ну вот, семейная идиллия. Все любуются видом, и собаки, и хозяева. Ну, как вам такая пастораль? Тишина, солнышко, птички поют, собаки не гавкают, овечки пасутся. Одно удовольствие созерцать, чем англичане и занимаются. В такую погоду здесь можно видеть вокруг на десятки километров. Когда-то я даже написала картину об этом месте. Ну вот такая коротенькая прогулка, но очень красивое место, хотелось поделиться. А теперь мы едем домой. Вот все дома, которые вы видите, они построены в викторианском стиле. Ну а дома меня ждет недоваренное варенье из райских яблочек. Рецептом с удовольствием поделюсь. Итак, первым делом мы взвешиваем, потому что сахар и фрукты идут один к одному. Воды на килограмм нужно 150-200 миллилитров. Сиропу должно быть столько, чтобы просто покрыть плоды, не больше. Варим сироп, тщательно моем яблочки. Я их отжимаю в этой же центрифуге и засыпаем в сироп. Доводим до кипения и варим ровно 1 минуту. Снимаем с огня, оставляем отдыхать на 12 часов и после этого повторяем все то же самое опять. На третий раз мы безжалостно раздеваем лайм, отливаем 80 мл рома, доводим до кипения, засыпаем цедру лайма или лимона, также заливаем туда наш ром. У меня пропорция на 800 грамм. В рецепте будет на килограмм яблок. Все это перемешиваем. Ровно 1 минуту провариваем, выключаем и сразу разливаем по стерильным банкам. Закрываем, переворачиваем, накрываем полотенчиком. Ну, в общем, все как всегда. Вот такое чудо у нас получается, очень вкусно, можно и как варенье использовать, и как украшение. Оставляю вам рецептик, а сейчас я вам покажу, что происходит в моем саду. Всем привет! Я делаю вам небольшую съемочку из своего сада, я просто хочу показать, что у меня цветет в конце ноября, потому что люди говорят: «Не верим». Так вот, я буду показывать каждые 2 недели, что у меня цветет. Ну вот, на данный момент у нас цветет шалфей, космея, розы, мини-хризантемы.
Здесь у нас кустарники хиби начали цвести и еще цветет настурция. В этом уголке у нас вереск, розы и фуксия, и рядышком зацветает зимний жасмин. Укрытая камелией еще цветет герань, а на камелии уже большие цветочные почки. Ну и в этом уголке у нас примула, скимия уже думает зацвести. Ну а я на этой цветочной ноте с вами прощаюсь. Всего вам доброго, отличного настроения и надеюсь увидеться с вами скоро.